Посмотрите новости на телеканале «Ника Плюс». В студии Светлана Воробьева. Здравствуйте. И сегодня в нашем выпуске. А если по-простому, то чтобы закон был прозрачным, чтобы он не допускал двойного толкования, чтобы не давал чиновнику возможности в одном случае поступать так, в другом так, и за это брать нужно. Вот и все. Поставить надежный заслон взяточникам в Карелии продолжается работа над законом по противодействию коррупции. Вот такие особо тяжелые районы, как Сидежский район, должны начать получать финансирование, и в феврале люди должны уже начинать работать. Не оставить без работы. Занятость населения – одна из важнейших антикризисных мер. Нас беспокоит очень прекращение реставрации дома Моберга. Главная проблема по-прежнему – недостаток финансирования. Министерство культуры подводит итоги работы за год. Итак, сегодня в Карелии 10540 человек не устроены на работу. Уровень безработицы за январь вырос на 0,1% и составил 2,74. Статистики говорят, в предыдущие годы эти цифры не сильно отличались от нынешних, и все же отмечается тенденция к росту, и это настораживает. Чтобы противодействовать этому, республиканские власти разработали специальные меры. Еженедельно и без лирики, так потребовал Сергей Катанандов, министры занятости и финансов будут отчитываться перед главой, как обстоят дела на рынке труда. Сколько безработных, кому не выплатили зарплату, не на эти вопросы придется отвечать, а что сделано, чтобы свести проблему к минимуму. Пока общая картина в пределах нормы. Единственное, что действительно есть регионы в республике, которые в большей степени выделяются в этом плане как негативно, поскольку идет массовое сокращение. Речь идет о районах, где сосредоточены крупные предприятия, составляющие основу экономики республики. На днях глава лично побывал в Сигирском районе, послушал рабочих. Ситуацию сможет спасти 43,7 миллиарда рублей. Эти деньги выделило федеральное правительство на программу, которая предусматривает 4 направления поиска активных форм занятости. Первое направление – это опережающее обучение тех граждан, которые находятся под риском увольнения или которые могут быть уволены, на те профессии и специальности, которые востребованы на этом предприятии, где они находятся под риском увольнения. Также правительство будет организовывать общественные работы и места временного трудоустройства. Должно помочь и переобучение. В феврале мы должны начать реализацию финансирования затрат на работы, связанные с временным характером. Ищите варианты. Давайте думать вместе. Если федерация еще не решила и не выделила деньги, смотрите в пределах фонда, который есть. Может быть, взять кредит под это дело. Но вот такие особо тяжелые районы, как Сидежский район, должны начать получать финансирование, и в феврале люди должны уже начинать работать. В любом случае, правительство пообещало создать более 2000 новых рабочих мест в разных отраслях экономики. Те же из безработных, кто откроет свой маленький бизнес, в рамках программы поддержки получат сразу годовой размер пособия. Многие из сокращенных – это жители Сигежи и Сигежского района. Там ситуация на рынке труда особенно сложная. Сигежский ЦБК и Надвоицкий алюминиевый завод сократили объемы выпускаемой продукции. Для недопущения социальной напряженности карельские власти заключили с руководством этих предприятий соглашение о совместных антикризисных мерах. Подписание состоялось в ходе двухдневной рабочей поездки главы республики в Сигежский район. Визит главы республики на Сигежский ЦБК не случайный. На полмесяца в начале года здесь было остановлено производство бумаги. Сегодня спрос на эту продукцию упал на 20%. Настолько же руководство ЦБК сократило персонал. И на самом деле не все так смертельно для Сигежского ЦБК, как кажется. И для нас сегодня нет границ по рынкам на земном шаре. Выйти на мировой бумажный рынок собираются с новым товаром. Антикризисный план действий – запустить принципиально иное производство по проекту «Белый медведь». Иными темпами собираются работать и на карьере. Из плановых инвестиций в 750 миллионов евро, говорят, уже вложено 200. Мы уже сможем в апреле месяце начать отгрузку. Потому что мы, видите, мы работу ведем полным ходом. Работа организована вахтовым методом в две смены. То есть люди, карьера работает круглосуточно. Поддержку от правительства на ЦБК закрепили соглашением по социально-экономическому партнерству. Впервые власти пообещали выполнять подобные обязательства для сохранения крупнейших предприятий Карелии и на Надвоицком алюминиевом заводе. Готовы выступать гарантом по кредитам и снижать тарифы на электроэнергию. Мы вот вместе с вами сопротивляемся, ищем выход. Потому что для нас очевидно, что 10-тысячный поселок без градообразующего предприятия в этих условиях оказывается в труднейшем положении.
Сопротивляться кризису и создавать новые рабочие места губернатор призвал на совете, где собрались главы муниципальных образований республики. На алюминиевом заводе начал работу консультационный комитет. Если необходимо, то тут готовы переобучать людей, оставшихся без работы. Поддержка молодежи и молодежных проектов как одно из направлений антикризисных мер в целом по стране. Сегодня такую мысль высказал на встрече с главой Карелии первый заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по делам молодежи Сергей Балакунев. Он приехал в Петрозаводск для участия в молодежном образовательном форуме. Также на встрече обсуждали перспективы молодежной политики и договорились о сотрудничестве в реализации ряда региональных проектов. С федерального уровня будет поддержан молодежный форум летний, который будет позиционироваться как в том числе туристическая площадка, да, туризм северо-западного региона. Других будут сюда приезжать гости из других регионов России. Хотелось бы использовать потенциал региона как туристического центра. Возможно, один из островов Новолаами назовут именем 15-го российского патриарха Алексея II. Вопрос этот еще решается, однако принципиальное решение об увековечивании памяти Алексея II уже приняли депутаты Карельского парламента на очередной сессии. Сегодня она состоялась в Большом зале Законодательного собрания. Кроме того, сегодня депутаты приняли обращение к главе Карелии и министру регионального развития Российской Федерации Виктору Басаргину. Они предлагают при получении льгот на оплату жилья снизить коэффициент до 15. Сейчас на субсидию имеют право те, у кого коммунальные платежи составляют не более 22% от совокупного дохода семьи. Ранее депутаты уже обращались с подобным заявлением в Госдуму, но там посоветовали снизить этот показатель на местном уровне. Также сегодня депутаты не поддержали инициативу Светланы Токаревой по введению льгот по уплате транспортного налога военными пенсионерами. На этой неделе этот вопрос уже отклонили на профильном комитете. Теперь он окончательно снят с повестки дня. И напротив, над законом о противодействии коррупции придется еще поработать. Сегодня поправки приняты в первом чтении, и сейчас идет приведение нашего республиканского закона в соответствии с федеральным. Федеральный закон рассматривает в качестве объектов проведения антикоррупционной экспертизы правовые акты и их проекты, а не только нормативно-правовые акты и их проекты, как было указано у нас. Заметим, работа над республиканским законом о противодействии коррупции велась практически год. Вступил в действие он в октябре 2008-го. Федеральный появился чуть позже, но за это время республиканские власти уже провели определенную работу. Дело в том, что коррупция – это не только уголовные дела. Люди, которые разрабатывают закон, они обязаны предусмотреть момент антикоррупционности. А если по-простому, то чтобы закон был прозрачным, чтобы он не допускал двойного толкования, чтобы не давал чиновнику возможности в одном случае поступать так, в другом так, и за это брать мзду. Вот и все. Далее второе чтение, в ходе которого также могут вноситься дополнения и изменения. И как раз в эти дни завершилось расследование еще одного громкого коррупционного дела против представителей власти. Максимальное наказание за него – 12 лет лишения свободы. Следователь по особо важным делам Следственного комитета собрал необходимые доказательства виновности главы Заозерской администрации Николаенко и председателя поселкового совета Корсакова в совершении коррупционных преступлений. Он установил, что представители муниципальной власти за 300 тысяч рублей посодействовали в выделении земельного участка одному гражданину. Расследование завершилось, дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Продолжаются отчеты министерств и ведомств. Так, перечисление достижений Министерства культуры за прошлый год заняло порядка получаса. В здании Национального театра Карелии работники культуры подводили итоги своей работы. Культурные работники, представители муниципалитетов, в общем, довольно обширная аудитория собралась сегодня в Национальном театре. Поделиться и наболевшим, и хорошими новостями, а также отчитаться, что сделано в прошлом году. А сделано много. К примеру, в публичной библиотеке появились электронные формуляры. В музеях прошло множество выставок, в театрах – премьер спектаклей. 20 лет отметили творческие мастерские. Скоро будет сдано в эксплуатацию здание музыкального драматического театра. Министр перечислял достижения Минкульта более получаса. Можно обсуждать в условиях кризиса, нужно ли петь и танцевать, да, или этого не нужно делать. Конечно, люди всегда были склонны это делать, и все равно нашу тяжелую жизнь в районах должно что-то украшать. Но от кризиса не уйти, и это главным образом ощутили на себе районы. Многие проекты заморожены, когда поступят новые деньги, неизвестно.
Нас беспокоит очень прекращение реставрации дома Моберга. Здание, где будет располагаться новое учреждение, этнокультурный центр. Мы его в этом году создали. Сегодня люди работают без помещения. Работает центр ремесел, музейный центр. Ну, я думаю, 20 миллионов еще нужно. В общем, проблемы не новы. На ладан дышит и материально-техническая база. И если быстро и с легкостью решить этот вопрос пока не удается, то справиться с кадровой проблемой все-таки реально. Центр пообещал помочь переучить имеющиеся кадры так, что в будущем они смогут привлечь финансы в районы. Такая специальность уже появилась в Петрозаводском госуниверситете. Там работает программа профессиональной переподготовки под названием «Менеджмент в сфере культуры». Что стало главным подарком на день рождения Петрозаводского почтамта, мы расскажем сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь, мы продолжим через 2 минуты. Спешите за подарками. Только до 31 января в магазине «Пелагея Строй» вы покупаете подарки для дома. Мы делаем подарки вам. Подробная информация по телефону 52 63 30. Магазин «Пелагея Строй», Гвардейская, 4А. Приватизировать жилье, заказать рыночную оценку любого объекта, оформить техпаспорт, кадастровый паспорт в кратчайшие сроки за умеренную плату. Помогут специалисты РГЦ «Недвижимость». Быстро и профессионально. Телефон 78 28 57. Читайте в Новом Петрозаводске на этой неделе. Главный пристав России обещает закрыть ленту. Будут ли дорожать лекарства? Проверка слуха. Остались без работы? На какое пособие можно рассчитывать? Газета «Петрозаводск». Разные лица твоего города. Продажа, консультация и профессиональный монтаж теплых полов ведущих мировых производителей. Калео, Деви, Терма, Селхит, компания «Энергоком», Дзержинского, 20. Российская торговая сеть «Конторинг» объявляет о снижении цен на офисные товары и технику. Полный перечень товаров, участвующих в акции, в бесплатном каталоге «Конторинг Экспресс». Ласковое море, завораживающие закаты, заснеженные горные склоны и экзотика тропиков. Мы знаем об отдыхе все. Туристическое агентство «Гринвич». Неограниченные возможности вашего отдыха. 3 документальные истории о православной жизни русского севера. Свято-Успенский мужской Муромский монастырь. Власть Соловецкая. Валаам. Один день монастыря. DVD-диски можно приобрести по адресу проспект Карла Маркса, 18А. Продажа и качественный монтаж пластиковых окон. Гарантия, очень низкие цены. Компания «Магия окон». Телефон 63 20 95. Вы смотрите новости на телеканале «Ника Плюс». Спасибо, что остались с нами. Итак, Петрозаводскому почтамту 224 года. Своим рождением он обязан первому губернатору Алуницкого наместничества Гаврилу Державину, который подписал указ о создании почтового ведомства в губернском городе. Сегодня сеть почтамта, 102 отделения почтовой связи, оказалось, что лучшим подарком для сотрудников Петрозаводского отделения стало освещение их рабочих мест и их самих. Отцу Леониду, служителю Сретенского храма, частенько приходится освещать самые разные места. И где он только не бывал, даже на подводной лодке. А потому привык готовиться к обряду, а в перерывах на вопросы отвечать. Сегодня сотрудники почтамта попросили священника научить их правильно креститься. Всегда православные христиане крестятся правой рукой. На правой руке 3 перста вот этих складываем вместе. Слава тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, иже везде сы вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю приди, селися в нее. Кризисная ситуация на Почте России, а в частности и в ее Петрозаводском отделении, привела к тому, что молодежь с почтамтов уходит, не устраивают маленькие зарплаты. Чтобы как-то приподнять дух своих сотрудников, начальник Сергей Сандаков провел священника по всем этажам здания. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Отца и Сына и Святого Духа. Все лукавые бесовские действия, аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Все-таки это событие, оно должно быть таким торжественным, оно таковым и явилось. Я думаю, что жить с этого дня мы начнем лучше. Освещение помещений почтамта, освещение работников почтамта, чтобы у нас было все хорошо. Мне это очень хочется.
После нашего выпуска смотрите программу «Гость в студии». Сегодня на наши вопросы отвечает в недавнем прошлом руководитель строительной фирмы «Сана» Анатолий Шмаинник. На сегодня на него заведено 5 уголовных дел, и он лично решил прокомментировать эту ситуацию. А новости на сегодня все. Посмотреть их можно и в интернете по адресу nikodefismedia.ru. Добро пожаловать на наш сайт. Спасибо, что вы с нами, и увидимся. Хлеб-богатырь от хлебозавода «Сампа». Богат йодом, заряжает здоровьем. В Петрозаводске есть любимый журнал. Телепульт — это программа на любой канал. Читай, смотри. Журнал для всей твоей семьи. Бесплатное еженедельное издание «Переключая каналы. Телепульт». Центр платных медицинских услуг Республиканской больницы предлагает консультации врачей-специалистов, исследования всех систем и органов на новейшем оборудовании. Только точная диагностика и профессиональное лечение сделают вас здоровыми и счастливыми. Сеть ювелирных салонов «Золотой Овен» и магазин «Егерь». Поймай золотую рыбку удачи! Сеть магазинов «Шанс» с 1 февраля по 31 марта предоставляет возможность сменить обстановку всего за одну покупку от 500 рублей. Холодильник, стиральная машина, встраиваемая поверхность и духовка, телевизор, ноутбук. Сразу все в одну квартиру. Суперакция «Смени обстановку». «Шанс» в каждой покупке. Продажа и качественный монтаж пластиковых окон. Гарантия, очень низкие цены. Компания «Магия окон». Телефон 63 20 95. Три документальные истории о православной жизни русского севера. Свято-Успенский мужской Муромский монастырь. Власть Соловецкая. Валаам. Один день монастыря. DVD-диски можно приобрести по адресу проспект Карла Маркса, 18А. Приятная новость для жителей новостроек по улице Варламова. Здесь ведется подключение кабельной сети «Ника». Выберите «Нику» и получите уникальную возможность смотреть цифровое телевидение. Подключайтесь! Дорожное радио. Вместе теплее. Дорожное радио. Наше радио и компания MSP представляют. 11 февраля в ДК «Машиностроитель» Вячеслав Бутусов и «Юпитер». 25-летию легендарной группы «Наутилус Помпилиус» юбилейная программа «Наубум». 11 февраля. ДК «Машиностроитель». Начало в 19 часов. Эфир телеканала «Ника Плюс» продолжает программа «Гость в студии». И сегодня мы пригласили к нам руководителя строительной компании «Сана» Анатолия Шмаинника. Здравствуйте, Анатолий Александрович. Здравствуйте, Светлана. В некоторых средствах массовой информации прошла информация о том, что на вас заведено аж 5 уголовных дел. Вы, естественно, с этим не согласны и готовы высказать свою точку зрения. Так вот, почему вы не согласны? Дело даже не в том, что я не согласен с тем, что заведены какие-то уголовные дела. При заведении этих дел меня никто не спрашивал. И не мое это дело обсуждать, согласен я с ними, не согласен. Для этого есть определенная процедура. Просто меня поражает тот факт, как это преподносится в средствах массовой информации. И для чего это все делается. Для тех, кто, может быть, забыл, в чем дело, я немножко назад в историю вернусь. И напомню, что первое уголовное дело было возбуждено больше года назад по статье 178 «Ограничение конкуренции». И по этому делу было очень много громких выступлений в прессе всех наших высокопоставленных милицейских чиновников, которые обвиняли фирму «Сана» в том, что фирма «Сана» украла у МВД 80 миллионов рублей. Лично министр Алешин озвучил эту цифру. Требования объявил, что будет предъявлять в плане гражданского иска к фирме «Сана». По моим подсчетам, эта цифра еще больше, на 11 миллионов рублей, потому что МВД еще просило перечислить денег под всякими видами на ремонт здания.
То есть вот нашу организацию объявили по первому делу виновной в хищении на 91 миллион рублей. И очень громко об этом долго заявили, говорили. Да. Да. На сегодняшний день, по определению, по решению суда и по ответам всех прокуроров, которые были, 17 декабря это дело должно было просто быть прекращено по истечению срока давности. Но вот по той информации, которая есть у меня, оно прекращено следственным отделом в Санкт-Петербурге за отсутствием состава преступления. Я думаю, что эта информация у МВД имеется, и если они имели мужество и желание заявить о том, как это дело возбуждалось, то вот неплохо было, чтобы они об этом рассказали широкому кругу на своих сайтах и приближенных средствах массовой информации. Но они этого не сделали. Я думаю, пока нет. Мы такой информации, информации не имеем. Я думаю, вряд ли мы ее увидим. А если увидим, значит, ну вот тогда я скажу, что вот это на самом деле пресс-служба работает так, как надо. А по поводу предъявленного обвинения в средствах массовой информации распространенное. Дело это в том, что предъявляют мне два эпизода. Причем один эпизод предъявили мне уже в начале сентября месяца. И об этом громко не писали, никому это не надо было. А сегодня надо было это выплеснуть для того, чтобы вот в очередной раз дать негативную оценку лично мне, потому что я имел неосторожность, может быть, так они считают, обратиться с иском о защите чести и достоинства меня и возглавляемой моей организации. Иск предъявлен к министру, экс-министру МВД Алешину и непосредственно к МВД. В связи с тем, что год назад на пресс-конференции, как мы считаем, они распространили несоответствующие действительности сведения, порочащие честь и деловую репутацию как меня, так и возглавляемой моей организации. Целый год был у тяжелого катка следствия, чтобы вот при всей той машине власти и подавления, которую не имеет, для того, чтобы расследовать это дело досконально и публично передать дело в суд и наказать виновных, которые смогли поднять руку на добро силовой структуры. Но вот видно, ничего этого не случилось, бездарно оно прекращено. И это, почему я начинаю с этого дела, потому что все началось именно с него, потому что МВД, по моему глубокому убеждению, требовало от нас незаконно передать 2000 квадратных метров квартир и еще миллионы рублей. Я обратился по этому вопросу в Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре по Республике Карелия. Была проведена проверка. Возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц было отказано, поскольку те лица, которые вот выдвигали эти требования, скажем так, как выяснилось, они неполномочны возбуждать или прекращать уголовные дела. При этом проверка, которую проводили работники Следственного управления, признала, что требования работников МВД по предоставлению 2000 квадратных метров квартир и 11 миллионов, дословно цитирую, незаконны, потому что не основаны на законе и не прописаны в договоре. Мало того, прокуроры разных уровней, к которым обращались, признали, что по данному договору МВД ущерба причинено не было. Но никто перед нами не извинился, дело не закрыл и продолжал его расследовать. Я считаю, что это было планомерное уголовное преследование меня как директора и нашей организации. И после этого начали рождаться эти громкие крупные дела. В том числе и по мошенничеству по пенсионному фонду, которое сейчас мне представлено. И я бы хотел, чтобы вот наши зрители хоть немножко поняли, в чем дело. В чем обвиняют меня как директора, что я совершил мошенничество в отношении бюджетных денег. Каким образом? Серьезная статья. Да, до 10 лет лишения в особо крупном размере. История такая. В нашей организации был выигран конкурс на строительство административного здания на улице Кирова, 23, для пенсионного фонда. На конкурсе была оговорена закрытая договорная цена. И все преступление состоит мое в том, что я за эту закрытую договорную цену точно в срок построил пенсионному фонду то здание, которое обещал построить. После окончания строительства стороны подписали документы о отсутствии претензий друг к другу. Одни выполнили финансовые обязательства, мы построили здание. И вот уже 6 лет, 5 лет пенсионный фонд успешно работает в этом хорошем здании. Через 5 лет работники МВД решили проверить, как мы строили. И посчитали, что мы могли построить дешевле. Ну вот могли.
Могли? Могли построить дешевле. Вот это меняется мне как хищение. Порядка 9 миллионов рублей. А вторая часть обвинения, большая часть второго обвинения, строится на том, что с этого, в кавычках, похищенного, я должен был уплатить налоги. Вот наши карельские следователи, они прокладывают новую тропу в юриспруденцию. Похитил, украл, с этого еще заплати налоги. И вот об этом так громко заявляется обо всем вот, через все средства массовой информации для того, чтобы это вот, можно было как-то создать какое-то негативное мнение в отношении меня и фирмы САНА. При этом та информация, которая выплескивается, я бы даже сказал, сливается. Сливается она грязными методами, журналистами, приближенными к МВД. И вот к одной такой газетенке, в которой была слита информация о том, что фирма САНА утянет свой пенсионный фонд, и что я похитил деньги, и что я эмигрировал в чужую страну, сбежал, и не собираюсь здесь появляться. Мы предъявили иск о защите чести, мы его выиграли, этот иск. Это решение стояло в конституционной инстанции, в надзорной инстанции. Вот возбуждено исполнительное производство, но рука у них не поднимается напечатать это опровержение. Но я понимаю, что для этой газеты публикация этого опровержения — это, по сути дела, признание того, что вот факты, которые они писали, они порочат честь и репутацию, не соответствуют действительности, то есть, по сути, лживы. И это, наверное, такой серьезный шаг, который вот ударит соответствующим образом по репутации этой газеты. Спасибо, что вы нашли время и пришли, прокомментировали вот все эти события последние. Спасибо. Спасибо вам. Я напоминаю, это была программа «Гость в студии» на телеканале «Ника Плюс». Всего доброго, до встречи. Сеть магазинов «Шанс» с 1 февраля по 31 марта предоставляет возможность сменить обстановку всего за одну покупку от 500 рублей. Холодильник, стиральная машина, встраиваемая поверхность и духовка, телевизор, ноутбук. Сразу все в одну квартиру. Суперакция «Смени обстановку». «Шанс» в каждой покупке. Читайте в Новом Петрозаводске на этой неделе. Главный пристав России обещает закрыть ленту. Будут ли дорожать лекарства? Проверка слуха. Остались без работы? На какое пособие можно рассчитывать? Газета «Петрозаводск». Разные лица твоего города. Приятная новость для жителей новостроек по улице Варламова. Здесь ведется подключение кабельной сети «Ника». Выберите «Нику» и получите уникальную возможность смотреть цифровое телевидение. Подключайтесь! Прогноз погоды представляет Северная меховая компания. Теплые натуральные шубы из норки, бобра, андатры и лисицы, выполненные в лучших традициях русских меховщиков для северной зимы. Молодежный и классический дизайн. Огромный выбор головных уборов. Кредит. По прогнозу Карельского гидрометцентра, 30 января ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура минус 14-16 в течение суток. Атмосферное давление будет расти. Ждем вас в магазинах «Меховая одежда» и «Меховой салон» на улице Горького, а также в «Северном сиянии» в торговом центре «Столица», второй этаж. По данным Банка России, на 30 января установлен следующий курс валют. Доллар США – 34 рубля 68 копеек, евро – 45 рублей 34 копейки. Полезная информация бесценна. Смотрите «Нику Плюс» и будьте в курсе, господа.